Заказал, в общем, я себе на розетке вот видеокарту Гигабайт Гейминг 5. 2 гига. 2 гига. 2 гига. Вот здесь написано. Как видите, два вентилятора, два кулера стоит. Два кулера для охлаждения. Вот. Гигабайт Radeon RX 550. Вот видеокарта. Вот здесь мы можем видеть ее характеристики. Также эти характеристики все указаны на сайте розетка. Ну, давайте распаковывать. Гарантийный талон от розетка. Вот наша видеокарта. Заметьте, упакована она не просто брошена в ящик, а именно такую пенопласта, вот какой-то поролоновый. Здесь прокладка лежит такая, чтобы ни в коем случае нигде ее при транспортировке не повредить. Вот сама видеокарта находится упакована в пакете плотном. С плотного такого. Сейчас мы ее аккуратно раскроем. Вот. Распаковали. Сейчас достанем, посмотрим. Нашу видеокарту Гигабайт 550. Вот. Как видите, здесь стоит два кулера для охлаждения. Вот здесь. У нас крепление стоит. Вот так вот. Вот разъем у нас здесь, такие заглушки стоят на каждый разъем, вот, чтобы туда ничего не попало. Здесь стоят такие вот заглушки.